хорошо. Напомню, оформить ДТП по Европротоколу можно при соблюдении ряда условий. Если в аварии участвовали всего два автомобиля, застрахованных по ОСАГО, при этом не было пострадавших и не нанесен ущерб другому имуществу, ограждениям, фонарным столбам и тому подобному. Кроме того, между участниками ДТП не должно быть разногласий по поводу вины сторон. При этом, по словам президента Российского союза автостраховщиков, на выплату в размере до 400 тысяч рублей автомобилисты могут претендовать, лишь выполнив еще один обязательный пункт. При помощи мобильного приложения ДТП «Европротокол» фотографии автомобиля с повреждениями должны быть переданы в РСА.